Богата на таланты кубанская земля, и в нашем районе немало одаренных исполнителей, которые выбирают занятия себе по душе, отдавая предпочтение песенному творчеству. Много усилий нужно приложить всем, чтобы добиться творческих достижений, и эти успехи очевидны для участников замечательного районного конкурса. В прошлом году Кубань отметила столетие со дня рождения композитора Григория Федоровича Пономаренко, чьи песни знает вся Россия. Ну а его творчестве не забывают и в нынешнем году. Сказать точнее, эти прекрасные песни навсегда уже вошли в золотой фонд нашего искусства. В городской дом культуры на районный конкурс «Славянск поет Пономаренко» приехали одаренные исполнители и творческие коллективы нашего муниципалитета. На сцене выступали вокальные ансамбли, хоры народной песни, солисты, дуэты и трио. Мы нашли очень редкую, неизвестную песню, но она нам будет помогать в свадебных мероприятиях, обрядах. Это песня «Яблонька», которая в этом году исполняется 50 лет. Слова народные, а музыку положил как раз вот Григорий Пономаренко. И эта песня была записана в 1972 году. Мы рады, что нам предоставилась такая возможность участвовать в этом фестивале. И я думаю, что новые песни и старые забытые песни, они тоже будут звучать, громко звучать на просторах нашей многонациональной Кубани. Конкурс с таким поэтическим названием действительно стал прекрасной возможностью не только проявить себя с самой лучшей стороны, но и увидеть творческие находки других участников. Объединяет всех большая любовь к творчеству. Это очень глубокие песни, прекрасная гармония, музыка. Это мы очень любим эти песни и поем, потому что пели их наши мамы. Поэтому, а так как у нас коллектив, у нас очень душевно сплоченный коллектив, эти песни, на них накладывается и наше настроение. Кстати, у нас ансамбль называется «Хорошее настроение». И мы всегда приходим с хорошим настроением, и репетиции для нас – это праздник. На сцену городского дома культуры выходили одни участники конкурса за другими. Выступления коллективов сменялись песнями солистов. Конечно, все очень старались. А как же иначе? Ведь творчество Григория Пономаренко – это настоящая душа песенной Кубани. Каждый год мы ждем этот конкурс, потому что мы выискиваем постоянно новые какие-то песни. Мы, в общем, в интернете находим эти песни, мы стараемся удивить чем-то народ. Потому что Пономаренко, это, если честно сказать, что это душа нашего кубанского народа, наверное, потому что такие напевные песни. Он говорит злободневные темы, такие вот, ну красоту, любовь. В общем, настолько его песни живые. И они, мне кажется, они будут жить в народе, потому что они стали народными. Авторитетное жюри по достоинству оценило все выступления. Каждому участнику конкурса был вручен диплом. Славянские исполнители смогли представить на суд зрителей.